Привет, дорогие ребята и девчата, колесо Cincinnati, Ohio. Hi there, this is AK, or Crazy Russian with DCC Chain Mold Store in Cincinnati, Ohio. Some of you know me as a scale modeler as well. So this video will be in Russian. I'll try to put English subtitle. So I need a comment on this, just let me know how it's working. То есть это видео я сделаю на русском и поставлю английские субтитры на английском. Это же моя жена получила в подарок вот эти цветы. И вот Coca-Cola так делает с ее именем. И, конечно, это супер реклама, ты всегда купишь такую бутылочку. Так, что у нас сегодня на меню? Будет шашлык, маринуется в пакетике. Я объясню через несколько минут, почему. Эти овощи будут специально сделаны на таком гриле, в такой посудине классной. Так, теперь будут грибочки. Еще один стейк и небольшой кусочек курочки. Все я замариновал вот с этими ингредиентами. У меня есть еще небольшая добавка туда, там было оливковое масло. И все вот эта зелень у меня растет прям буквально на этом самом, на дек. Картонька в этих самых large. Вы видите такую ручку? Это large. Вот такая. И грибочки. Ху-ху-ху-ху. Так, шашлычок выглядит на шампуриках уже классно. Почему я использую вот этот пакетик? Потому что я могу переворачивать этот пакетик, и весь соус будет переворачиваться тоже, ну, мешаться с этим, с мясом. Тоже самое главное, что я могу весь воздух выдавить. И вот у меня еще несколько кусочков на этом самом, на косточках. Класс. Так, вот так пошло дело. Немножко сюда жарку сейчас прибавлю. Так. Ну, дождик был, так что я переместил мою мобильную станцию грилевскую. Класс. Так, ну что, сейчас скоро перевернем. Дождик пошел. Вот в таких условиях приходится работать, но ничего, ничего, все нормально. После первого переворота и вот помешивания этого всех овощей, класс, как шашлычок. Фу-ху-ху. Найс. Так, готово. Все, сейчас буквально секунду и все уже будем снимать. Отлично, прекрасно работает. Порубали так быстро. И стемнело тоже. Я даже не успел заснять, что на тарелках там получилось. В общем, было класс, ребята и девчата. Ну что, теперь сейчас сделаем такую классику американскую s'mores. Такой marshmallow, по-моему, я не ошибаюсь. Такой большой cracker и шоколад. Что-то они маленькие стали. Раньше они были чуть побольше. Ну, может быть, в другом месте побольше. Потом вот такая штука телескопическая с ручкой выезжает. На костре запекается вот это. Так. Пока она расплавленная, кладется сюда. Все прихватывается и получается класс. Так, ну огонь, конечно, мне не нужен. Мне нужен просто жар хороший. Да, и костерчик уже, наверное, сколько? Часа 3-4. Почистил немножко там одно деревце. И сразу мой костерчик. Фу. Здесь нужно технику иметь тоже. Ветер не очень помогает. Ну ничего, нормально. Так-так-так, вот уже пошло, 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 пошло. Потом накрою этой специальной сеткой, чтобы искры не летели. Сегодня уж больный ветреный день. Так. Вот когда она начинает уже сползать, вот уже в хорошем состоянии. Сейчас еще чуть-чуть буквально. В общем, когда начинает, да, вот так вот съезжать с этой вилки,
будет ништяк. Самое главное, чтобы расплавился этот шоколад. Иногда они вспыхивают буквально. Так, ну вроде. Так. С одной рукой. Нормально. И все. Сейчас прихватим с этой стороны. Вся эта масса. Так вот. Ну вот так. Готово дело. Кемпинг. Всего хорошего, ребята и девчата. И наилучшего. До свидания.